Час настал совершить волю Божью Творца, Русь святая, поднявшись с колен, сбросить иго врагов, их изгонит жреца, и окончится вражеский плен. И откроется страшная тайна крови, и убийство святого царя, и та правда, что в этом виновны враги, и что всем им глава сатана. И жестокость кровавых бесовских утех, и младенцев и мученных стон, и источник их силы, питающий грех мавзолея Великостротона. И предавших Россию продажных рук все узнают по их именам, и людской, и божественный праведный суд им воздаст по их гнусным делам.